Уточки. Я люблю уточек. Они такие красивые. Кстати, хотите поучительный урок сделать? Смотрите. Видите, они плавают как бы в воде, и у них перья, знаете, почему не намокают? Потому что у птиц есть копчиковая железа, которая вырабатывается, и перья этой копчиковой железой обрабатываются, и поэтому они не намокают. Еще у уток, ну и у всех птиц, отсутствие мочевого пузыря, и у них это почти нету толстой кишки, поэтому у них обмен веществ происходит очень быстро. Также у них вместо челюстей клюв.